Танец для меня – это все. Танец для меня – это жизнь. Это и лекарство, и веселье. Грусть, печаль, радость. Некий эксперимент того, что я могу делать на сцене и не могу делать в обычной жизни. Танец – это способ увидеть музыку. Для меня танцы – это вообще все. Все. Вот. Вся вместе. Да танец – это просто кайф. Просто кайф для меня. Это моя жизнь, и я буду танцевать очень долго еще. Я танцую, потому что я не могу по-другому. Я не могу не танцевать, я пробовала. У меня не получилось. Мне кажется, если бы все люди планеты танцевали, у нас бы вообще все было супер на Земле. Правда. Всем здравствуйте! Это новые танцы на ТНТ. Второй сезон. С вами я, Лисанна Утяшева. И разрешите представить легендарную троицу. Обворожительная Татьяна Денисова. Танечка, здравствуй, любимая. Привет, дорогая. Привет. Роскошно выглядишь. А ты? Да. Невозможно. Невозможно. Я люблю тебя. И я тебя. Я скучала. Мига, а ты тоже... Подожди, я только хотела начать. Дорогой, привет. Я нормально. Так потрясающе выглядишь. Спасибо большое. Я специально вот побрился для того, чтобы... Ну, наконец-то. Спасибо тебе огромное. Знаешь, мы всегда, между прочим, с тобой... Извините, девочки, давно не виделись. Как только садимся... Да меня простите, пожалуйста. Как только... Я прям понимаю, что надо одеть в этот момент. Блистательный Егор Дружинин. И неподражаемый Мигель. Стартует второй сезон проекта, и главное, его правило остается неизменным. Чтобы пройти дальше, нужно обыграть своего соперника по батлу. Во втором сезоне примут участие лучшие представители категорий соло, дуэты, команды и дети. Каждый из них постарается исполнить свою мечту и победить в шоу. Тем более на кону приз в 7 миллионов рублей. Ну что же, мы начинаем. Новые танцы. Второй сезон. Поехали. Ну что, встречаем. Начнем с команд. И я приглашаю первую команду на эту сцену. Всем привет! Мы команда Red Haze Crew. А, я представлю, давайте представим Диму. Это Дима Черказянов. Мы с ним работали с самого первого сезона программы танцев. Они даже с командой со своей выступали у нас. А, поэтому что? Что еще сказать? Что сказать? Мы все знаем, зритель, может быть, чего-то не знает. Перед нами стоят, что уж тут скрывать, акулы танцевального шоу-бизнеса. Нам 26 января будет 10 лет, то есть мы существуем с 2013 года. Наша команда имеет титул двукратных чемпионов России по версии Hip-Hop International. По Европе тоже имеет титул чемпиона, и в Штатах мы входим в десятку. Дима очень хорошо ведет за собой. Он вдохновляет нас на работу, на какие-то дальнейшие цели. Ну, он, конечно, строгий бывает, но я считаю то, что это нужно всегда, потому что... все, я забыла. Короче, ребята хотят объяснить, что я, типа, очень хороший, но очень строгий, и при этом бываю злым. Это факт. Ну, то есть я очень сильно жестко отношусь к своей работе. Школа такая, что пройдешь все. От рая до ада и обратно. А там уже где остановишься. Да что, пришли на проект. Естественно, в первую очередь, типа, показать себя, чтобы нас вспомнили. Это естественно. Пропиариться, как и все. Абсолютно здесь команды. Не врите, что вы пришли просто потанцевать. Вот. Естественно, выиграть. Победа. С удовольствием приняли. И с удовольствием будем идти до конца, если нам судьи и вообще все ребята дадут эту возможность. Не ребята, а судьи.
Ребят мы не спрашиваем. Поскольку наблюдаю за вами с самого начала, с вашего даже вашего первого выступления, я вот сейчас скажу точно, вы сейчас все артисты, и это очень приятно наблюдать. Спасибо. Спасибо вам. Егор. А вот у меня такая привычка странная, когда я смотрю большие команды, я все время смотрю за краями. Потому что там, как правило, возникают погрешности. И там обычно прячут людей. Да-да-да, кто-то зазевался. Мы никого не прячем. И действительно, вы никого не прячете, там все было хорошо. Спасибо. Спасибо. Таня. Да, но если Егор высматривает рассинхрон, то я как раз очень люблю первое впечатление и не заглядываю слишком глубоко. И, ребята, вы жутко модные, понимаете? Это ваш главный козырь. Вы очень крутые, очень. Спасибо большое. А я приглашаю вторую команду на эту сцену. Удачи вам, ребята. AJ Crew? Да. А что за название такое? Название – это инициалы нашего тренера Юлии Акулиной. А теперь объясните, кто такая Юлия Акулина? Юлия – жена Димы Черказьянова. Ага! Вот так поворот. То есть у вас такое, муж на жену, типа, да? Семейный батл. Последние два года в мире было не очень. Мы с этим карантином дома, как в тюрьме, сидели. Последние два года на ТНТ не было новых реальных пацанов. Опупеть! Нет, офигеть! Нет, даже... Но скоро они вернутся, и все будет... «Реальные пацаны». Новый сезон с 29 августа в 8 вечера. Так что орем? На ТНТ. Мы, команда AJ Crew, представляем город Москва. Как-то так совпало, что у нас у всех плохая фантазия на название, и все, что мы смогли из себя выдавить, это взять мои инициалы
Джулия Акулина. Ну, так-то я Юлия, конечно. Но мы просто вдруг на международный уровень выйдем когда-нибудь. Что значит вдруг? Тоже верно. У нас в основном в составе всего 27 человек. И если говорить о том, насколько мне комфортно с большим количеством прекрасных женщин, самобытных и всех с характером, мне очень сильно комфортно. И 3, и 4, и 5, 6, и 7. Вера, очень хорошо. Когда я говорила, ты эту такую фразу сейчас слышала? Вера и очень хорошо. Мы всегда разные и непредсказуемые, как женский характер, как сама женщина. Я чувствую в этом свою силу, я чувствую, что я могу им много очень дать, и при этом я сама много чего у них беру и много чему учусь. Са, Анастейша, нужно все это делать резче, особенно уходить вниз. Алло. Привет. Привет. Неожиданно, что ты звонишь. Хорошо. У нас тренировка. Чистим первый номер. Скажите привет. Привет! Слушай, а ты не знаешь, с кем вы будете в батле? Чем лица закрыли? Часть образа. Я все понимаю. Очень хочется первое впечатление всегда прочувствовать всю энергетику девчонки. Это очень красиво. Я понимаю, что это часть образа. Но будем оценивать композицию. Композиция роскошная. Егор. Девочки, я хочу вас похвалить за то, что не сняли маски. Молодцы. Потому что интрига должна всегда оставаться интригой. А главное, что вы нашли правильный образ, который позволяет вам быть монолитными. И вот в данном случае, в этом номере, совсем не обязательно, чтобы каждая проявляла свою индивидуальность. Вы проявили ее, как раз став нужными винтиками в едином механизме. И это у вас получилось отлично. Просто пальчики оближешь. Спасибо, спасибо большое. А сколько вы существуете как коллектив? 2 года. Ну, за 2 года я могу вам сказать, что вы прям ноздря в ноздрю идете с 10-летним Red Haze. Спасибо вам большое. Спасибо. Я приглашаю Red Haze на эту сцену. Это батл фактически супругов. Что фактически-то? Первое голосование.
во втором сезоне. Ну что ж, решение. И начнем мы с Татьяны Денисовой. Очень сильные команды, обе. Команда Димы, вы всегда были на слуху. Еще и с таким красивым хореографом. Просто почти Джуд Лоу, простите. Экшн началось-то. Я понимаю, какой потенциал у девчонок, потому что слаженность была на высшем уровне. Я, в принципе, всегда за женскую энергию. Простите. Но делаю выбор так. Следующим сделает свой выбор Егор Дружинин. Мне кажется, что Red Haze — это уже легендарный коллектив. А вас я ничего пока что не знал до сегодняшнего дня. Но уровень новых танцев тоже, мне кажется, уже легендарный. И для того, чтобы проходить дальше, нужно демонстрировать не только классный скилл, но и что-то свежее, неожиданное, оригинальное. И поэтому мой выбор такой. 1-1. Мигель, вот так вырываемся во второй сезон. Да, отлично вообще вырываемся. Девочки, то, что вы сделали за 2 года, мне кажется, это феноменальный результат. И самое главное, то, что у вас сейчас, хоть у вас и закрыты лица, я был прикован к вашим глазам, потому что за каждой этой маской я видел артиста, уже состоявшегося, который не претендует на то, чтобы быть солистом, а именно работает в коллективе. Вот Red Haze, вот так нельзя было сказать в тот момент, когда они начали танцевать. Потому что когда Red Haze появился, я видел там одного исполнителя, там был Дима Черказянов, везде, который работал за всех, делал все за всех. И мне всегда, то есть я видел его рвение к тому, что вот, мы сделаем, мы прорвемся. И я понимал, что Дим, и говорил ему несколько раз, Дим, говорю, молодой состав, тебе нужны для Red Haze профессиональные танцовщики, у которых большой опыт на сцене. Нет, нет, я смогу, вот мы сделаем, вот как-то так. И в какой-то определенный даже момент я понимал, что, ну, окей, наверное, когда-нибудь он сделает. Сегодня увидел ваш номер. И меня это очень впечатлило. Red Haze проходит в следующий тур. Как вы выглядели, девочки, вы просто не представляете. Девочки, вы сделали все идеально. Ой, Витя. Да? Спасибо. Андрей, Витя. Спасибо тебе большое. Да вам спасибо. Что хотел, я вас... Продолжайте там, я вас очень прошу. Все для вас. Спасибо. Мы идем на 3-й сезон? Мы идем на 23-й сезон. На все сразу. А у нас на очереди соло. И я приглашаю первого участника этого батла. А ну-ка объясните, так встречают какая-то известная личность? Да. Один из самых известных и лучших в России. По вот папингу. Так, по папингу, да. Хорошо. Легенда, можно Легенда. Сказать. Я танцую уже больше 20 лет. Начал я в 19 лет. По всем меркам это поздно. Но самому себе и всем остальным я доказал, что ничего невозможного не бывает. Начал я заниматься именно
танцами 2000-х. Я увидел, как танцуют ребята на Охотном ряду и на Арбате. Я просто влюбился. Рамон, ты легенда живая, ты в курсе? Нет. Я тебе рассказываю. Спасибо. Ты живая легенда в нашей стране. Ну, так, наверное, говорят. Не знаю, я просто люблю танцевать. Ой, какой скромный мальчик. Ты человек, который выиграл и побеждал все, что только можно. Угу. Ты реально, я не просто так сказал, что ты легенда. Тебя знают все, все танцевальные сообщества страны. В России практически, да, я все чемпионаты, которые есть у нас, я все их повыигрывал. Учеников за это время у меня было очень много, очень много. Есть, которые крутые, топовые, а есть, которые просто любители для себя танцуют. И называть конкретно кого-то я не буду, потому что если я назову троих, я могу обидеть 100. Мне больше всего, ну, хочется с собой соревноваться. Ну, это, наверное, романтическая фигня. Многие скажут, фу, что ты тут там чешешь. На самом деле, это правда. То есть для меня раунд – это не раунд с кем-то, а раунд с самим собой, в первую очередь. Как ты поведешь себя. То есть у меня были батлы, за которые мне стыдно. То есть где я вел себя неподобающе, некорректно. И разборки всякие были. Ну, то есть, ну, все как в жизни. Танец – это же проекция жизни нашей. Я скажу коротко, это просто Рамон. Да, это легенда. Таня. Сила! Сила и легенда, да. Сила в правде. Тань. Ну, хорошо, что мы всю эту тему с легендой разогнали сначала. Потому что я, допустим, вижу вас впервые, и зритель будет видеть впервые. Но в целом выступления было мало. Мне было мало. Я просто уже понимаю, как принимает публика. Я, конечно же, вижу детали. Я понимаю, чего от вас ожидать. И, наверное, здорово, что мы все здесь такие профессионалы. Спасибо большое. Спасибо. Егор. Я боюсь, что теперь все зависит от того, кто с тобой в паре. Ну, то есть против кого ты сейчас батлился. Почему? Потому что я вижу, ну, я знаю, как ты классно танцуешь, и получаю от этого массу удовольствия. Но я понимаю, что номер – это немножко другое. В нем нужна драматургия какая-то. И как будто бы не хватило чуть-чуть шоу. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо большое. Юз с 29 августа в 10 вечера. Вывезу в рощу и прикопаем. Премьера на ТНТ. Dance with me, bounce.
Здорово, меня зовут Никитос, прозвище Никсон. Приехал из Ялты. Мне 37 лет. Я начинал танцевать с бибоями. Увидел, что ребята некоторые практикуют робот, паппинг. Ну, в то время это называлось электрик буги, верхний брейкданс. Мы учились не на базе, а на чем-то уже сложившемся танце. Тогда VHS было, дисков, не помню, по-моему, ну, были, но, по-моему, еще тогда так в практике не было. И в основном вот VHS все переписывали, затирали их до такой степени. Ну, там было удобно, там можно было паузу включать и фишки тырить. Ну, так и учились. Мы уважаем друг друга и давно знаем, и, в принципе, можно назвать любовью, там, дружеской, не знаю, наверное. У нас вообще абсолютно разные вообще взгляды. Рамон как представитель, да, московского такого пласта, скажем так. И мы, когда всегда приезжали, в Москву всегда была техника. У нас упор был на эмоциональность, на харизму, вот на это. Как судить, я не знаю. Я не люблю судить вообще. Ну, то есть это опасное дело очень, потому что как? Как судить? Ну, как можно Чайковского судить и там Моцарта, к примеру. Я не говорю, что мы Чайковский, но, к примеру, два хороших. Ну, то есть. Ready to stay. Can you do this? Will you find yourself newly diseased? You shall red eye abuse and gain your star. Во-первых, это было очень эффектно. И то, что вот Танюшка просила по поводу шоу, оно сейчас прям полностью состоялось. Да, да. Было эффектно. Образ классный, технически, ну, есть вопросы. Вот. Ну, огонь. У меня не было огня. Ну, за владение техникой тоже, наверное, можно похвалить. Ну, за все, потому конечно. Что она. Нет, ну я думал, ты только про шоу, но то, что вы владеете, как бы, своим аппаратом, и что чудеса изоляции вам все подвластны, за это тоже большой респект. Спасибо. Очень спасибо. Приятно. Танечка, Танюша. Никита, аппаратом вы, конечно, владеете своим знатно. Благодарю.
Очень хочется узнать, ваши последующие номера будут такими же эффектными? Только по возрастающей. Очень интрига. Надеюсь. Подожди, а есть вопрос. А вот ты же знаешь, что у тебя соперник? Да, конечно. А вы с ним когда-нибудь на чемпе где-нибудь батлили? На... Последний раз, единственный, это был 2008 год. Отборочный фестиваль на чемпионат мира. Вот тогда мы с ним встретились один раз только с Ромчиком. Ну вы встретились на танцполе или просто? Нет, батл. Никита, кто прошел? Кто тогда прошел? Я. Ты прошел? Да. Да, и тогда ты был пафосный и вообще не общался. А сейчас ты хочешь общаться. Но время уже упущено, чувак. Ну что, я приглашаю Рамона на эту сцену. Егор Дружинин. Вы очень достойные соперники. Я не могу сказать, чтобы по танцу кто-то из вас произвел на меня большее впечатление, а другой меньшее впечатление. И поэтому я, скорее всего, буду ориентироваться интуитивно на схожесть мировоззрения, на схожесть восприятия мира и, главное, желание как артиста что-то определенное отдать публике. Какую-то свою частичку себя, своего таланта, своей души. И в этом смысле я, конечно, склоняюсь к человеку, который, как и я, сегодня застегнут на все пуговицы. Таня, твой выбор. Перед нами действительно стоят две легенды стиля. Но хочу сказать, что никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. 1-1. Это уже становится классикой, Мигель. Я очень рад, что Рамон наконец-таки решился прийти на проект. Никита, я знаю, что буду рассматривать под микроскопом в данном случае выступление Рамона, потому что там есть вещи, которые меня поражают, что я не увидел у тебя. Ты в данном случае вот так вот, знаешь, как бы... не танчил, а вот так вот пришел, вывалился вот так вот на сцену и сказал, вот, пожалуйста, забирайте. Тут мы имеем отношение с некой тонкостью подхода к делу. И мое решение в данной ситуации, при всем моем восхищении к вам обоим, такое. И следующий тур проходит Никита. Это было очень достойно. What's up? Как дела? Отлично вообще, замечательно. Хочу поговорить с Ромой, потому что очень тяжелые батлы такие, вот, и... Только ты меня, Алмаз, покажите этим проиграть. Снимайте! Я весь мир! Я ездил, тренировался! Ты не шел, ты молодец! Рома — это букварь навсегда. То есть есть вот фундамент. Вот Рома — это фундамент российского стиля Папин. Для меня был и всегда останется. Столько времени, псу под хвост. И всегда я говорил, что для меня это один из... Было время, когда я говорил, что только его респектую вообще из России. Просто обидно ему проиграть. Никому не обидно проиграть, а ему обидно. Вы обидно ему проиграть. Он... Нет!
Я знаю! Он направил на меня пистолет. Преступление раскрыто. Моя любовница, она мертва. Преступление раскрыто. Пошел в гараж и застрелился. Преступление раскрыто. Сгореть на работе можно и в прямом смысле этого слова. Что полиция теперь так ходит? Если вы про меня, то я из пляжного спецотдела. Если кого-то убили, то это к ним. На страже пляжа. С 5 сентября в 9 вечера. О, товарищ полковник, это не то, что вы подумали. Премьера на ТНТ. Looking for a lady, yeah, I'm looking for a dame that I could give a baby and maybe my last name. Меня зовут Мастов Егор, мне 13 лет. Я из Нижегородской области, город Павлово, но сейчас 5-й год проживаю в Москве. Павлово – маленький городок. Я ходил в ДК. Мы танцевали какие-нибудь там зайчики, там, не знаю, ну, такое. Переехал из-за того, что я проходил кастинг в крутую команду Red Haze Crew. И я прошел, родители решили меня поддержать, и мы переехали в Москву. Мы не думали, что мы пройдем. У меня тогда вообще не было опыта. Ну, команда чемпионов. Я их очень люблю. Я танцую разные стили, я танцую... Ну, именно мне по душе очень нравится джаз, фанк и хип-хоп. Я пришел в проект ради зрителей и чтобы мной гордились родители. Лицо близко, близко. Близко, ты как искра, зажигаешь быстро. Завязал, вырвай нитка, завоевал, забрал этот кристалл. Белый дракон разрушит тебя, свой злой враг он увезет за края. Белый дракон разрушит тебя, свой злой враг он увезет за края. Белый дракон разрушит тебя. Ух, девочки, трепещите! Тут такой парень растет! Тань! Ах ты ж маленький краш! Ах ты ж расхититель сердечек! Скажи, пожалуйста, есть ли еще место на земле, где ты чувствуешь себя более свободно, чем на сцене? Нет. Уверена, что нет. Да даже в бассейне, наверное, вот с трубочкой, с коктейлем, и то не так клево, как здесь. Но это твое, мальчик, это твое. Спасибо. Егор, что-то ты загрустил немножко. Нет, я в тихом восторге. И вспомнил, тут... как танцевал в детстве? Нет, тут сравнение, к сожалению, не в мою пользу. Скажи, кто с тобой занимается? Я состою в команде Red Haze Crew у Димитра Казанова. Казановский почерк виден. Узнаю брата Васю. Да, стилек прослеживается. Мне все нравится, и танцуешь ты потрясающе. Спасибо. Я просто сижу и думаю, мне почему-то кажется, что то, что ты делаешь, это копия
взрослых танцев. То есть со всеми... И тема как бы музыкальная такая, и она как будто не совсем подходит твоему возрасту. Ты как будто спешишь подрасти. И спешишь танцевать как твои педагоги. И спешишь танцевать как остальные взрослые, которые круто это делают. Но просто я бы на твоем месте не спешил бы. Потому что, ну, детство — это классно. И не всегда в детстве имеет смысл удивлять тем, что я что-то могу делать не хуже взрослых. А может быть, оно такое уникальное, твое детство, что в нем найдется место каким-то эмоциям, которые ты через танец передашь, которые только твои и больше ничьи. Короче, я уверен, что все взрослые девчонки уже твои. И теперь желаю тебе завоевать своих сверстниц. Провожаем тебя. Егорушка. Ты знаешь, вот времена поменялись. Моему сыну 13 лет. Как раз о том они сейчас и слово молвят. Здрасте. Представься, пожалуйста. Меня зовут Пешков Артемий. Пешков бой. Пешков Мне бой. 12 лет. Привет! Привет. Давай знакомиться. Давай. Я Ульяна. Артемий. Расскажи, как пришел в танцы? Ну, я много видео смотрела танцевальных, мне нравилось. Попросила маму привести меня на танцы, но она и привела. Ну вот, танцую с 6 лет. А видео какие, танцовщиков или? Нет, в основном клипы там где танцуют люди. Вот. Коллега, я также. Ну и что, за это время, что уже где-то ты бывал? Много чемпионатов разных, с командой, соло, дуэт. И как? Ну, наверное, самое крутое, это мы в Париже выиграли, первое место команды заняли. Dance Hall Master World. Ну, так много в Питере чемпионатов было, выигрывали. Ну и не выигрывали. Всякое бывало. Да. Какие ожидания от проекта? Вообще, хочется, конечно, себя победить, но хочется себя показать. Ну, хорошо выступить. И чтобы все вот это, то, что когда тренировался много, не зря было. Как к батлам относишься? Ну, так, нормально. Кого-нибудь наметил себе в сопернике уже? Ну, как-то все равно. Ну, то попадется, попадется. Какая разница, кого Парень, ты зажег, конечно. Спасибо. Таня. Егор. Егор? Сколько лет Егору? Нет, Егор. Ой, Егору прошу. 50. Егору 50. Да ты что, тебе 50? Егору 50. Артемий, да? Артемий, да. Артемий, сколько тебе лет? 12. 12? Да.
трек выбирал? Ну, не совсем. Так, и кому же пришла такая идея? Ну, Гарику Руднику и Сикарпенко. Чувствую так. Чуть так нафталинчиком. Кому еще там, такие блестящие идеи могут зайти в голову? Ну, мне кажется, это шикарный выбор трека. Это месседж тебе. Ну да, трек тебе помог. Ты сольный исполнитель или ты участвуешь в команде? Ну, я участвую в команде, но пришел сюда сольно. Я почему спрашиваю? Да, действительно. При всем том, что замечательное выступление, классное настроение, трек супер. Но очень ощущалось, что ты заложник музыки. И не потому, что ты так танцуешь, а потому, что ты привык так танцевать по канонам команды. Я сразу поняла, что это командный танцовщик, потому что ты очень избирателен в счете, ты очень точен и не даешь себе свободы. Тебе нужна суперспособность подчинять себе музыку, а не подчиняться ей. Понимаешь? Спасибо. Мигель? Мне не хватило немного уверенности, наверное, даже в твоем лице, когда ты это все исполнял. Но я понимаю груз мелодии 90-х, который накладывается на ребенка в этот момент. Но то, что это очень оригинальный выход, и то, что дэнс-холл по-любому никто под студию никогда не танцевал, за это тебе браво и респект бесконечный. Спасибо большое. Егор, есть что добавить? Шоу ты, конечно, сделал. Шоу тебе удалось, безусловно. А вот что касается танца, мне показалось, что дэнс-холльчик у тебя вязкий. Такой какой-то, знаешь, несколько сумбурный. Наверное, для твоего возраста это хороший уровень. Но вопрос в том, насколько это хороший уровень по сравнению с уровнем твоего соперника. И мы начнем с Тани. Перед нами два комка обаяния. Оба отличные артисты, уже состоявшиеся. Я, конечно же, очень люблю танец Егора. И я вижу огромный потенциал у Артемия. Я сделаю выбор в пользу того, кто, на мой взгляд, готов сейчас. Егор, такая штука вот произошла. Ты такой выверенный, такой прямо правильный. Что, аж так противно? Все аж... Нет, все прям сладненько так было. Я понимал, о чем говорит Егор по поводу твоей претензии на взрослые танцы. И мне вот за этим всем почему-то не хватило очень тебя. Что касается пешка в бой, то это, знаешь, как на батле, как будто ты вышел, а тебе вдруг попался этот трек, а ты знаешь, что ты выходишь с дэнс-холлом, и ты по-любому выкрутишься и рвешь все на части именно под этот трек. Поэтому для меня лично я понимаю, что ну, ты единственный, наверное, кто мог выкрутиться из этой ситуации, поэтому это вот так, конечно. 1-1. И финальное слово за Егором Дружининым. Парни, мне очень понравилось то, что я сейчас увидел. И у того, и у другого. Такой искренний артистизм, мне кажется, его продемонстрировал сегодня Тёма. Органика вообще для артиста очень важна. В свою очередь, Егор... Я не увидел тебя самого за этими танцами. И о чем я, собственно говоря, и сказал. Но я увидел скилл потрясающий, и я сегодня голосую за него. Неожиданно. Егор проголосовал за Егора. Парни, это было очень хорошо. Тёмка расстроился. Жалко. Жалко. Ну,
норм, честно. Это все! Все тебя поздравляют! Спасибо. Ну что, как? Очень круто. Как? Мне очень понравилось. Сцена очень классно. Мне очень хотелось, чтобы Артемий прошел. Мне кажется, он такой клевый чувак. Не могу, боярка. Жалко, что проиграл. Ну, не особо расстроился. Я, конечно, расстроился. Ну, приду в следующем сезоне. Еще. Наверное. Сергей Рожков. Мария Барыкина. Бальные танцы. Город Москва. Маша как танцевальная партнерша, я считаю, что одна из гениальнейших танцовщиц современной эпохи бальных танцев. Потому что я вижу этот талант, я вижу потенциал. На самом деле я у Сережи очень многому учусь. Меня очень многое поражает в его поведении, в его мыслях, в его действиях, в хорошем плане. Ну, кто еще у кого учится? Мы знали друг друга еще с детства. Да, с маленького возраста. Да, тренировались у одного тренера, и сейчас продолжаем заниматься у него же. Сережа мне писал несколько раз. Пытался добиться сердца танцевального. Вот, ну все как-то не складывалось, не получалось. Она танцевала с другим партнером, они расстались. Я предложил ей попробоваться. И вот так вот сложилось. Мы начали танцевать вместе сначала, а после какого-то периода времени встречаться. И такой дуэт у нас и в танце, и в жизни. И, конечно, когда общение, ну, как по маслу, проходит, то создавать, это помогает и да, в танцах, и в жизни. Что-то уникальное, необычное, самобытное. Так что спасибо тебе, Сереж. Мы все хотим сказать вам большое спасибо за то, что вы пришли и показали нам это. Спасибо большое. Спасибо вам за возможность. Так. Бальный танец – это всегда элита. Столько труда, сколько лежит за таким исполнением, не лежит ни за одним стилем танца. Я могу это утверждать. Ну, балет. Поэтому, ребят, молодцы, что подъехали. Спасибо. Спасибо. Меня, как обычно, в бальных смущает пафос. Мне кажется, его можно было бы подприбрать. Ой, кто бы говорил. Потому что... Потому что танца достаточно. Вы танцуете отлично, классно. И мне кажется, весь пафос танцовщика, если он у него есть, проявляется именно в этом. Нам очень нравится... быть в образе, в придуманном, специально кажется, созданном образе. Мне нравится быть в свете прожекторов и под пристальным вниманием публики. Ну что, это у вас получается хорошо. Я на самом деле с самого начала сказал, что я судить вас не буду. Зачем вас судить, если вы и так уже чемпионы?
Танцевали вы прекрасно. Ну, правда. Ну, тут придраться тут не к чему. Я понимаю, что на сцену выходят профессионалы. Я желаю вам только удачи. Мне интересно, кто с вами будет стоять сейчас в соперниках. Браво! Ура! Я приглашаю следующую пару на эту сцену. Ну вот с этого места становится интересно. А ты бы хотела справиться? Ну, это риторический вопрос. Хотел бы. 10 лет прошло, а вы мне снова предлагаете за услугу сниматься? Да я и так уже несколько раз исправился. Все, гусеница превратилась в бабочку. Реальные пацаны. Снова как в первый раз. Стать другим. Обязательно вот эту чухню вот эту говорить, а? Реальные пацаны. Новый сезон с 29 августа в 8 вечера на ТНТ. Николай Пантюхин. Ульяна Максимкина. Мы представляем бальные танцы. Я занимаюсь танцами, получается, больше 30 лет. Был чемпионом России по латиноамериканской программе. Разные соревнования за границей. Выигрывала чемпионаты, чемпионат Европы, России, мастер спорта. Мы стараемся тоже заниматься другими видами, развивать себя, не только бальные танцы. Вот мы с Колей решили попробовать себя в аргентинском танго. Танго нас связало. То есть мы в таком новом направлении сошлись, можно сказать. Для нас все это новое. Танцевать друг с другом. Направление, которое мы первое представляем. И поэтому наше желание сделать это классно, но, может быть, даже больше, чем у остальных. Мы очень уважаем наших соперников. Сергей я знаю вообще с детства. Он чемпион мира. У него много титулов. Соперничество, которое у нас здесь нам предстоит, оно будет связано именно с самим собой на самом-то деле. Ну, опытом задавим. Спросит, может быть, хочу улететь я с тобой. Желтый осенний листвой, птицы за синей мечтой. Сколько я искала тебя сквозь года в толпе прохожих. Думала, ты будешь со мной навсегда, но ты уходишь. В восторге. Мне кажется, это филигранно. И все, что хотели передать в танце, мне кажется, вы передали. Спасибо. Таня.
Какие чувства ты переживаешь? В какой-то момент мне показалось, что вот все это привычно. Чуть-чуть как будто бы не конкурсный номер, как будто бы вот не за себя вырвали душу. Вот так мне показалось. Спасибо, Таня. Спасибо. Мигель, что тебе показалось? Не, мне ничего не показалось, я на самом деле очень пристально следил за вашей точностью. Мне понравилась Ульяна, да? Ульяна, насколько вы точны, и мне очень было видно то, как вы себя сдерживаете для того, чтобы не петь. Потому что все ваши эмоции уже подкатили сюда, я думаю, ну что же она сделает? Оно и так, я в косяк, и никак уже. Я понимаю, что вы себя сдерживали, но при этом вы были невероятно точны во всех ваших ногах, во всех ваших позициях, во всех ваших формах. И это очень сильно радовало глаз. Спасибо. Спасибо. Ну что же, приглашаем соперников. Егор, твое решение. У вас, конечно, потрясающий крышесносный апил. Когда вы появляетесь на сцене, уже многие девушки начинают стонать тихонечко, а парни ерзать. Но я все-таки проголосую за то, что мне в большей степени показалось танцем, а не за лакшери. Свой выбор я сейчас сделаю в пользу настроя, потому что в жизни все решает страсть. И страсть не между мужчиной и женщиной, а касательно любого дела. Без страсти нет жизни. Ой-ой-ой-ой-ой. Аргентинская танго. А, ровно 8 лет назад, мамочка уже, моя мамуля начала танцевать аргентинское танго. И я, хочешь не хочешь, каждую неделю отсматриваю все выступления. Потихонечку начинаю разбираться в каких-то танцовщиках. Знаю всю музыку, знаю то, пятое, десятое. Поэтому изначально у меня к вам, конечно же, душа лежит с тем исполнением, которым вы пришли. По тому, что было сделано вашим телом, мне очень сильно понравилось. Вот есть моменты, когда выходят на сцену люди, и неважно, нравится тебе, не нравится стиль, хочешь ты это танцевать или не хочешь, но я понимаю, что они заполняют собой пространство. И сегодня заполнили пространство собой вы. Это был очень красивый баттл. Молодец. Все. Ну что же, мы готовы продолжать, и вновь дети. Я приглашаю первого участника на эту сцену. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Анаис. Анаис. А откуда ты? Из Минска. Из Минска. Давай. Thank you.
Да молодец ты, большая. Спасибо. Ну что, Тань? Ну, ты очень обаятельна, ты рождена для сцены, ты очень органична. Дано тебе абсолютно все. Спасибо. Егор? Ты, во-первых, большая умница, и в тебе море обаяния. Не у всех танцовщиков это есть. Спасибо. Это, конечно, то, что тебе дано от Бога, но мне чуть-чуть не хватило контроля. Вот когда ты танцуешь, ты вроде бы все исполняешь, все движения есть, но такое ощущение, как будто ты танцуешь на проволоке и боишься упасть. Да. А в остальном мне все очень понравилось. Спасибо. Мигель, тебе все понравилось? Мне очень понравилось первое, наверное, движение, после чего я почувствовал, ну, весь талант твоего тела. Оно предназначено для танцев. Ты невероятно широкой можешь быть, когда ты захочешь это. Ты невероятно точной можешь быть, когда вот это вот точно захочешь и почувствуешь. И самое главное, тебя так сильно разносит в разные стороны эмоционально. Вот все, что сейчас ребята сказали, все то же самое мне хотелось сказать. Нам черным надо полегче чуть-чуть с этим, да? Поэтому поспокойнее, полегче. Твое тело танцует и говорит само за себя. Не напрягайся так сильно. Очень стараться нам не надо. У нас есть бонус. Мы белорусы. Мы белорусы. Спасибо большое. Спасибо. Меня зовут София Галиуллина, я из города Магнитогорск, Челябинская область. Представляю стиль экспериментал. Это эксперимент с музыкой, с одеждой, с вещами, с эмоциями. Например, музыка идет быстро, а я пойду медленно. Вот никто же не ожидает такого. Наверное. Люди идут в определенный стиль. В определенном стиле есть определенные рамки, скажем так, грамотные движения. А в экспериментале надо двигаться не так, как все, надо что-то пробовать новое. У меня цель показать всем, что есть такой стиль необычный, что можно двигаться по-другому, можно делать не так, как все, и можно быть индивидуальным. Это очень необычно для ребенка. Спасибо. А скажи, ты в кобру превратилась в конце? Или в какого-то мышонка внутри кобры? Нет, это дракон. Это глаз дракона. Ты дракончик. Все, вообще я бабочка. Понял, что я ничего так не понял. Бабочка или дракон? И бабочка, и дракон. Нам с Мигелем
Что не так? Показалось, что человек очень оснащен, и есть как бы все для того, чтобы сделать классный номер. И настрой тоже есть, но номера почему-то не случилось. Послушайте, а я как раз увидела номер. Ну, я была убеждена, что это бабочка, и вот этот какое-то болезненное рождение из кокона. Вот они, крылья, и очень хочется, когда же эта бабочка полетит и покажет нам что-то еще. Ну, номер был, была драматургия, и мне показалось, конечно, очень... Конечно, номер был, если ты думала, что это бабочка, но это дракон. Так дракон или бабочка? Бабочка. А ну-ка покажи крылья. Ну, глаза дракона. Бабочка с глазами дракона? Да. Все очень сложно. Умеет тетя Таня сбить с панталыку. Сложный, сложный номер, но очень техничный. Ну что же, приглашаем твоего соперника. Ну что же, к решению. Хочешь знать, как я тут? Не плевать и не вернуть. Хочешь знать, каково мне здесь? Честно говоря, знаешь мне. Сколько прошло уже лет, брата, я боюсь встретить ее на пути, знаю, что сорвусь. Каждый сантиметр ее тела помню наизусть. Ты спросишь, как я? Ты хочешь знать, как я? «Юз» с 29 августа в 10 вечера. Премьера на ТНТ. Таня, ты будешь первой. Софа, в твоем выступлении очень виден почерк. И настолько виден даже, что я немножечко не рассмотрела тебя. Я, пожалуй, выберу энергию. Егор, твой ход. Сегодня я поддался чарам одной из вас. И эти чары, конечно же, для меня не столько в образе, сколько в обаянии. Анаис, я отдаю свой голос тебе. Ничего. Я все здесь. Почему? Я не знаю, это было очень страшно. Ты прекрасна, я тебя поздравляю с прохождением в следующий этап. Давай обниматься. Спасибо. Очень хороша. Я готовилась, только настраивала себя. Я была уверена, что я пройду дальше, вот. Меня много людей верили. Многие говорили, что я смогу в итоге. Вот. Почему вы так аплодируете? Потому что это последний батл. И сейчас на эту сцену выйдут команды. Ну что тянуть, я приглашаю первую команду на эту сцену.
Здравствуйте. Ну, это же вы, да? Конечно. Ура! А можно еще раз посмотреть, молю? Я реально хочу еще раз посмотреть. Девочки, ледис, вы та команда, которая уже была на проекте, вы были в прошлом году. Как вам? Ну, мы прокатились на таких эмоциональных качелях, спасибо большое. Как никогда, мы стояли на сцене, нас 15 минут нахваливали, вот эти 15 лучших минут нашей жизни. Все, что вы танцевали, каждое ваше движение, образы, то, как вы держали себя, вот это все было на вау. С кем вы были в батле, напомните? С HD Dots. Просто это разные грани искусства. У них была вот такая драматическая грань, у нас была веселая грань. Мы не можем сказать, что там мы лучше, кто-то хуже. Нет, просто это разное. Пришли с такой заявкой, что мы хотели пройти далеко. Это мы такие, в смысле, ну, неожиданно было. Я хочу девок обнять! Бабы, какие же вы крутые! Мы считаем, что круто вот так ярко уйти, зажечь, чем просто посредственно. Мне даже кажется, что тут важнее не... что у нас остался такой большой отклик. Да. До сих пор наш номер копируют. Да. Мы уже хотели распечатать карту России, да, и ставить флажки, где наш номер танцевали. Тех же костюмов. Все в ноль. Да. Да. Уровень. Если честно, до сих пор остались впечатления, ощущения, за которыми мы, наверное, сейчас хотим сходить, потому что такой драйв, адреналин. В обычной жизни сложно который найти. Вот. Мы решили вернуться в шляпах, потому что, поскольку мы были всего один тур, и зрители не запомнили даже наше название, многие нас называли шляпы, шляпки, шляпочки. Девочки, да, шляпа. Девочки, шляпка, верните шляпу. Вот. Поэтому мы решили напомнить, кто мы. Возвращаем шляпы. Мне дадите примерить? Конечно. У меня мурашки, я не могу. Это очень здорово. И знаете, я никогда не был поклонником ни этой песни, ни этой группы, но сейчас так все сошлось прям. Конечно. Девочки, вы рождены быть единым целым.
Не разрывайтесь никогда, никогда не разбегайтесь. Переживите все невзгоды, если они были или будут. Я представил себе этот коллектив 55 просто. Нам Таня сказала не разъединяться, да? Что, оправдали с Надеждой? Мигель? Я уже все сказал. Подытожь одним словом. Отлично. Это было отлично. Спасибо большое. Давайте посмотрим, кто ваши конкуренты. Закон и порядок на работе. Нашел. Пальчики нашего убийцы. Анархия и хаос в жизни. Нужны твои официальные показания. Сделаю в обмен на программу защиты свидетелей. В совершенно другой жизни. Твои новые документы. Денис Дубов. Неплохое имя. Новая биография, новый город на берегу моря. Антон Филипенко. Люди у вас тут хорошие и спокойно очень. Катерина Ковальчук. Ты кто такой, а? Бывший спецагент, шахматист. Мне больше всего про спецагента понравилось. И Артем Гайдуков. Доигрался! Уйкуль Пуаро! Эркюль. Чё? На страже пляжа. С 5 сентября в 9 вечера. Премьера на ТНТ. Привет. Команда Fridays Project, город Москва. Привет! А это Инна Полонска, наш хореограф. Ну, изначально я собирала команду просто своих учеников. Сейчас это уже преимущественно, скажем так, ну, кто профессиональные танцоры, кто по уровню очень близки к профессиональным танцорам. Мы вообще танцевали там go-go, high heels, потом постепенно ушли в партер. Теперь танцуем стрип, и нас становится все больше, и мы становимся все лучше. И вообще, я очень довольна своей командой. У меня самые потрясающие девочки вообще на всем белом свете. Инна нас называют солнышки, но иногда она поворачивается и говорит «курятник». Кто соперник? I like that. Я здесь ни при чем. У нас есть ощущение дежавю, конечно же, потому что девчонки снова в красном, снова на стрипах, мы снова в шляпах. Ну, это не полноценный, конечно же, реванш, потому что команда-то другая, но что-то есть. Они больше энергичные, плюс они танцуют в основном верха, мы же в основном танцуем партеры, мы такие более лиричные, наверное, более женственные. Мы свои сильные стороны знаем. Привыкли к чемпионатам очень сильно, но все равно это превращается в некую рутину. Очень хочется показать не только нашему танцевальному комьюнити наше творчество, а еще чтобы это увидели, скажем так, другие люди. Поэтому для нас это, скорее всего, ну, поделиться и испытать новые эмоции в том числе. А еще почти половина из нас свободна, так что... Мы пришли найти себе мужика. Станешь ли моим на целый час?
эмоции у всех. Столько в этом женственности, столько зрелости. И знаете, так это все как-то вот, как будто бы уже все готово, и осталось только чуть-чуть добавить специи. Вот такая вот женщина перед нами была. Девочки. Красиво. Егор. Что ты заставляешь делать меня лично, это размывать фокус. Я не могу сосредоточиться ни на ком. Я специально начинаю смотреть, как в калейдоскопе, да, на узоры. И то, что я вижу, это, конечно, круто. Да, спасибо. Спасибо. Ну что, Мигель, способен говорить? Конечно. Во-первых, это было очень нежно. Это было какое-то единое женственное слияние. И это было очень романтично. Вот так я скажу. Я приглашаю на эту сцену «I like that». К решению. Ну что же, Таня, с тебя начнем. Два очень сильных выступления, две команды, которые однозначно заслуживают побороться за первое место в этом проекте. Я нашла для себя лишь одну зацепку, которая поможет мне сделать в данном случае выбор. И я зацепилась за технику. Техника была решающим фактором в моем выборе. Мигель, твой выбор. Ну, если это состязание форм в данном случае, синхрона и композиции, то в этом батле больше и на полностью всех этих компонентов обладала команда, которая могла мобильнее передвигаться по этой сцене. 1-1. И финальное решение за Егором Дружининым. Мне очень тяжело. Вот Таня нашла зацепку, а я не нахожу зацепку. У вас и у той, и у другой команды потрясающая техника. Вы нашли образы. Доверься сердцу. Землячки, простите. Да ну нет! Дико несправедливо, но правда. Я не видел это того, что было в прошлый раз. Да, я вижу только то, что дико несправедливо. Сейчас. Я с ними уйду. Все повторяю. Я к вам. Вам большое, это очень круто, я не понимаю, что происходит. Ну что, друзья мои, вот такие они, новые танцы, второй сезон. Увидимся с вами ровно через неделю. С вами была Алиса Нутяшева. Пока-пока.